Федор Леонтьевич Катков родился 20 сентября 1916 года в деревне Малая Тумна Балахтинского района Красноярского края. Работал в колхозе. 2 года служил на Дальнем Востоке. Участвовал в боях у озера Хасан. Остался в армии на сверхсрочной службе. Воевал на Сталинградском, Донском, Юго-Западном, Третьем Украинском фронтах. В ночь со 2 на 3 марта 1944 года усиленная штурмовая группа, возглавляемая Федором Катковым, под ожесточенным огнем врага форсировала реку Ингулец в Днепропетровской области. Переправившись, красноармейцы уничтожили боевое охранение противника. Затем стремительным ударом выбили немцев из траншей, расположенных на командных высотах, представлявших собой сильно укрепленный узел обороны. Лично забросав гранатами 2 пулеметных расчета, Катков повел свою группу на преследование противника и овладел железной дорогой и поселком Зеленое. В этом бою солдаты Каткова захватили у врага 3 батальонных миномета и зенитное орудие. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года гвардии капитану Федору Леонтьевичу Каткову было присвоено звание Героя Советского Союза. Но герой не узнал о высокой награде и не дожил до светлого Дня Победы. 5 мая 1944 года в ожесточенном бою у села Адамовка Одесской области командир разведывательной роты гвардии капитан Федор Леонтьевич Катков пал смертью храбрых.